Неплановое включение. Да, короче. Я абсолютно был в шоке с последних новостей. Начался просто... Просто ужас, просто кошмар в Украине. Это послание на канал, чтобы, по крайней мере, знали то, что на данный момент со мной сейчас все хорошо. Я живой. Потому что российские войска еще, ну, войска, они еще не добрались до Львовской области. Но потихоньку уже пробираются, они полностью, они просто уничтожают Киев. Вот, я не знаю, слышите ли вы сейчас это, но я буквально слышу, что где-то там неподалеку в небе летают вертолеты. И еще сегодня в около 7 утра пролетали истребители. У нас рядом аэропорт, его еще не уничтожили. Он буквально где-то рядом со мной, там есть такой большой центр магазинов пивденный, а за ним уже аэропорт. В общем, я не буду сейчас высказываться полностью об всем этом, я думаю, без меня понятно то, что это полный ужас. Я хотел просто записать видео, чтобы все знали то, что сейчас со мной все в порядке. И кипиш надо устраивать. Я еще живой, и все, удачи. А ты, друг мой, если живешь в Украине так же, как и я, ну или, ладно, может, даже в России, старайся не выходить на улицу. Будь осторожен. Удачи.